учащиеся нашей школы в выпускном классе всегда выезжают в какой-либо музей и делают зарисовки с шедевров живописи. И несмотря на то, что взаимоотношения наших культурных учреждений, галереи и Центральной детской школы насчитывают уже много лет, но в подобном формате такая работа была представлена впервые. Сначала в маленьких таких эскизах. Здесь мы делали и граффитом, и наброшенными техниками. И потом было задание одну картину выполнить уже в цвете. Это здесь они уже доделывали дома, это было домашнее задание. Задание было всего два, то есть мы работали сначала с пейзажем, а потом, здесь много работ представлено, еще по портрету. Меня вдохновил портрет, этюд чешского поэта, потому что он нарисован в такой динамике, благодаря своему, так сказать, специфическому штриху. Вот. Сейчас я решил ее интерпретировать по своему лад.